ребята, на канале Катрендекс, с вами, как всегда, я, Катя, и сегодня мы поиграем в игру House Flipper. В прошлой серии мы, помните, обустраивали с вами комнату для покупателя Чанг Чой, но, видимо, он же не хочет покупать, поэтому мы продадим кому-нибудь другому. Посмотрим, кто что хочет, чтобы знать. Мне хотелось бы, если Чанг Чой не хочет, мне хотелось бы еще купить, наверное, книжный шкаф сюда, так как там много людей очень хотят иметь вот, книжный шкаф себе, в себе книг у них очень много, они хотят себе иметь уже купленные книжные шкафы, полки. Вот, поэтому сейчас мы это все дело им устроим. Это слишком большой книжный шкаф, но его нам нужно вместить где-нибудь. Вверх он никуда не ставится, то бишь это такой очень-очень ужасающий, ой, не туда нажала, извините, минус, потому что он никуда не ставится, но в принципе можно его впихнуть, не ставится на какой-то предмет, тогда можно было бы делать их бы двухэтажными, вот. Тут мы, помните, сделали такие красивые полочки, тут такой вот у нас будет книжный шкаф. Также на книжный шкаф давайте ради украшения, хотя, не, поставим, может, какой-нибудь цветы, не будем, растения, то бишь. Хотелось бы поставить, конечно, какой-нибудь горшочек, небольшой, например, кала в горшке. Значит, на красивый цветочек, мне нравится, вот, например, на стол. Вот. Или на подоконник, мы позовем об этом одиноком растении. Они мне так намекают, наверное, то, что растению нужен друг, то бишь ему какое-нибудь еще растение понадобится. Вот. Эта девушка хочет цветы. Давайте посмотрим, что она еще хочет, и тогда, может быть, ей продадим дом. Вот это вот Вероника Липцова. Отлично, одна, только одна спальня. Картины придают стенам некую выразительность. Я люблю цветы, а здесь ни одного не вижу. Наука также важна, так как искусство. А, хотя стеллаж выглядит очень артистично. Картины придают комнатам характер. Значит, картины, цветы, стеллаж. Стеллаж. Переходим во вкладку «Все» и «Все». И напишем здесь «Стеллаж». Так, какой она хочет стеллаж? Ну, я даже не знаю, какой стеллаж можно тут поставить. Давайте поставим такой стеллаж, только мне бы хотелось его не тут поставить, а... Сейчас вам покажу, где. Возьмем вот такой вот. Беленький стеллаж, только тут для него места уже нету. Поэтому поставим его, к примеру, в коридоре. Хватит у нас тут места на стеллажик. Ой, выйти не могу с этим стеллажем. Не хватает. А есть там стеллажи поменьше? Вот, вот такой вот есть стеллаж. Детали, сталь и латунь. Ну, пусть будет латунь, сильно нам это... Роли не сыграет. Смотрите, этот стеллаж нам идеально подойдет. Он, в принципе, и красивый, и по размеру нам он сюда идеально подходит. Я хочу больше стеллажей. А сюда, смотрите, мы аккуратненько так это все дело вот сюда вот ставим. Девочка опустилась вниз, как вы видите. Сюда можно поставить какой-нибудь тоже одинокий цветочек, одинокое растение. Так. Пойдемте, помните, в прошлой серии мы поставили тут шторы, тут мы их не поставили, давайте тогда и тут шторы поставим, в принципе, для комфорта и уюта. Переходим в вкладку «Все и все» и пишем здесь «Шторы». Мы, по-моему, ставили вот эти вот широкие, и цвет у них был красный, вот. Ага, значит, не эти ставили, но, по-моему, у нас было и это. Какую же мы тогда ставили? Для мальчика. Нет, не для мальчика, а для красный цвет. Может, какие-то поменьше. Смотрите, никакие тут не подходят. Давайте тогда поставим какую-нибудь занавеску. Не занавеску, а жалюзи. Или можно жалюзи поставить. Встроенные жалюзи. Вот. Вот как их установить? Е. О, мы жалюзи никогда не устанавливаем, смотрите, прикручиваем, значит, гвозди, ой, шурупы, или гвозди, я не знаю. Так, все, так, прикрутили, жалюзи подцепили, а с этой стороны хочу жалюзи. То надо отдельно покупать с этой жалюзи? Ну ладно, купим отдельно.
Установить. Прицепляем крепитель, крепитель туда засовываем и шурупчиками все закручиваем. Опа, все. Прикрепили это все дело, их можно открыть. О. Интересненько так достаточно. Так, закрой, закрой. Ну ладно, не будем баловаться. Ну, она, эта женщина, она, видите, она опять вверху, она хотела картинов. Ой, то есть картина она хотела, фотография «Осеннее озеро». Вот, какая неплохая, огроменная для нас подойдет картина. Вот такая вот, например, повесить над кроватью. Ну, или можно вот здесь где-то разместить картину, к примеру. Вот. Потом вот тут где-то можно разместить картину. Но я увидела, чтобы ей понравилась эта фотография. Она, наверное, картины хочет, а я ей фотографию тут цепляю. Ладно, сейчас. Вот. Неплохая картинка. То есть она ответила на это дело все. Это хорошо. Но мне кажется, хватит картин. Тут немного картин. Давайте, может, еще красные квадраты вот сюда. Влепим. Как она? Нормально? Нормально отреагировала на это дело? Ничего не отреагировала. Также ей нравятся цветы. И я это запомнила. Можно поставить... И тем бабушке и дедушке тоже нравятся цветы. Поставим давайте папоротник. Цветочный горшок. Лилия. Голубой. Давайте беленький поставим цветочный горшок. Вот, рядом с цветами тут будет много цветов. Потом давайте еще сансферию вот эту вот купим. Поставим ее, к примеру, на пол. Она слишком огромная. Растения для каждого из нас. Цветы очень хорошо. Еще хотите растения? Давайте еще запихнем вам растений. Дифендерия. Растения красный. Давайте купим такие. Цветочный горшок, если есть, то беленький. Розово-голубой. Так, голубой. Розовый. Вот какой красивый горшок, смотрите-ка. Вот. Неплохо, неплохо, неплохо. Она что там о науке писала. Давайте посмотрим. Наука напишем. Наука. Нау. Можно купить напольную такую вот лампочку красивую. Вот так. О! Неплохо так, смотрите-ка. Неплохо, неплохо, неплохо. И сюда подцепить еще на лампы, 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 лампы. На потолочные, по-моему, они называются, светильники. О, давайте цвета радуги такой поставим. То есть голубые, красные и черные. Не, нам красные нужны, понятное дело. Такая люстра красивенькая. Ой, как она еще и светит хорошо. Опа. Продержись, чтобы поднять. Не-не-не, она уже установлена, да? Переключу выключатель. Во. Не слишком, мне кажется, много света. Ну ладно. Ковры, наверное, нужны. Вот ковры. Какой же тут ковер можно взять? Ковер пас. Если тут есть оно в другом свете, вот есть. Черно-красный есть и желтоватая зелень. Я думаю, желтоватая зелень тут подойдет. Смотрите-ка, неплохо, неплохо, неплохо. Можно его вот тут. Куда его постелить, я даже не знаю. Можно, знаете что? Там был круглый такой коврик. Ну, такой еще можно коврик, смотрите. А давайте вот такой купим. Не будем сильно заморачиваться по коврику. Во. Смотрите, красивый такой коврик. Все, теперь уходим из этой комнаты. И вот эту вот комнату я бы не хотела ее красить. Не хочу ее красить, в принципе, она мне не хочется. Но плитку в ванной ложить придется. Ну, хотя вот эту вот комнату красить я не буду, она мне не хочется что-то ее красить. Тут можно бы положить настенные панели в этой комнате. Или обои, к примеру, давайте напишем обои. Обои, обои. Обои цветы, обои алмаз, обои цветы. Давайте вот такие вот. Так, это обои. Как их?
укладка плит и панелей, так если это обои. Написано укладка плит и панелей. О, так оно, смотрите, как быстро укладывается. Нам как раз такое и нужно, такие вот приятные для души обои. Мы сейчас с вами никогда не укладывали обои, насколько я помню. И, знаете, неплохие такие обои. Что никому не нравится то, что я укладываю обои, ну, мне, в принципе, нравятся обои. Именно вот эти вот достаточно красивые обои. Потом еще под главное нужно будет для них мебель подбрать. У нас, правда, этот шкаф белый. Вот эти обои, он, конечно, вообще не подходит. Ну, блин. Это, конечно, насчет этого мы не продумали немножко с вами. Я думала, мы покрасим, но я решила, что обои будет лучше. Поэтому решили мы с вами поклеить обои. Ну, что-то пошло, видимо, не так. Кстати, это, друзья, я не сказала, какая это серия. Это у нас уже 13-я серия. Все, обои закончились. Покупаем еще обои. Нажимаем сюда. Укладываем. Вот эти вот все маленькие кусочки тоже укладываем. Неудобно, что туда-сюда нужно таскаться и брать эти обои. Но укладываются они достаточно быстро, что мне и нравится. Смотрите, уже девочка постепенно поднимается, то есть она вполне ей нравится наша квартирка. Но она хочет больше квартир, больше стеллажей. Я уже не знаю, куда картины пихать, слишком много картин. Вроде как тоже не сильно хочется, да? Насчет этого, да. Но она по-прежнему очень сильно хочет еще много-много картин. Ну ладно, ладно, давайте, может быть, сейчас докрасим. То есть не докрасим, у меня уже привычка говорить докрасим. Да, обои доклеим и посмотрим, что там по квартире. Еще нужно купить еще одну пачку рулон с обоями, но это реально пачка как получается какая-то. Смотрите, уже у нас семья поднимается и женщина поднимается. То есть она, наверное, любит цветочки, ну, и она любит цветы, да, вот она нам говорила, что она хочет больше цветов в своем доме видеть, и, видимо, ей очень нравится. Хотя семья, смотрите, женщина опускается, а эта семья, муж и жена, я так понимаю, они, наоборот, вверх поднимаются. Мне хотелось бы квартиру этой женщине продать, она, мы уже ей давно ничего не продавали, и точнее, вообще ничего не продавали этой женщине, мне хотелось бы ей продать как раз бы такой какой-нибудь домик. Какой-нибудь. Но мне кажется, этот домик, как она хочет, мы делаем, в принципе-то. Но видите, обои нравятся всем, как бы все поднимаются потихонечку. Ну, больше женщинам, конечно. Мужчины как-то не сильно на обои наши отреагировали. Ну, мне кажется, что все-таки женщины поднимаются, мужчины тут не поднимаются у нас. Ну, ладно. И покупаем последнюю пачку с обоями. Ну, правда, она нам еще будет лишняя. Но, может быть, мы где-то еще поклеим обои. Вот, смотрите, женщина уже поднялась. О, как хорошо, видите? Теперь нам нужно продать вот эти вот обои, да, мы все же покрасили, то есть, забываю постоянно. Так, все это удаляем, так, новую, опять, видите, женщина опускается. Ну ладно, так, давайте сюда вставные двери такие, ставим двери, раздвижные, вот, раздвижные двери, древесина, беленькая. Вот сюда это дело все надо установить. Покупай. И только до сохранения у меня ни черта не хочет покупать. Как их так устанавливать? Ну, вроде как так. Хотя. Ну ладно, как установили, так установили. Уже установили. Их уже только выкидывать, а мне не хочется тратить деньги, потому что я ж меньше получу, правильно ж? Двери. И теперь нам нужны входные двери. Входные двери оранжевые, потому что у нас уже, хотя можно наружную дверь вот такие вот поставить. Наружные, входные. Вот, с таким вот колокольчиком. Неплохие двери, кстати говоря. Неплохие. Все, теперь сюда поставим оранжевые двери, потому что у нас в спальне оранжевые двери. Ну, это, я думаю, логично. Так, не капслок, а... Шип зажимаем. Вот. Ну все, неплохо. Потом сюда коврик положим еще. Коврик. Вот такой можно положить. Цвет белый, лайм. Гляньте, какой классный. Давайте лайм положим. Красивый цвет. Например, куда его? Посередине комнаты давайте поставим.
Также сюда еще картину весь надо поставить. Фотографии и картины. Вот картины. Картина «Весенний водопадик». Опа-на. Также хотелось бы сюда еще какое-нибудь растение вставить. Может быть, стул, какой-нибудь стильная подставка для ног. Сильная длинная подставка для ног. Чтобы сидеть и тут переобуваться. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот пуфик. Сел на пуфик, переобулся и пошел себе по своим делам. Пуфик можно зеленый купить, но так как у нас такой коврик достаточно зеленый, поэтому пуфик тоже мы купим зелененький. Нет, не-не-не, ой-ой. Швабру достала, не нужна мне швабра. Мне надо немножечко мой пуфик. Вот так. Ага, вот так поднимаем, 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 поднимаем и ставим. Вот так, все. Поставили и цветок теперь надо купить. Так как там те, которые просили что-то, они, как я поняла, любят цветы. Вот юку давай купим. Ха-ха-ха-ха-ха. Белый горшочек, красный цвет. Зеленый нам. У нас слишком много всего зеленого. Нам нужен зеленый, розовый. Ну, это да, белый с тобой поставим горшочек. Вот так. Ну что сказать, в принципе, неплохо, неплохо, неплохо. Ванной плитку хотелось бы положить. Хотелось бы плитку в ванной положить, но это будет очень долго. Наверное, мы это сделаем уже в следующей серии. Но сейчас мы успеем, в принципе, положить на пол плиточки. Какие-нибудь вот такие, давай, вот браун, такие темные плитки. Будем экспериментировать с плитками. Вот сюда, все. И вот хотелось бы еще вместо... Где душ? Вместо душ попробовать поставить ванную. Как вы думаете, ванную? Так, значит, да. Извините. Ванная комната. И сюда хотелось бы поставить ванную. Вот, встроенная ванная. Вот. Такая вот. Куда тут его? Так. Не поняла, нельзя ванную поставить? Видимо, нельзя, придется ставить душ. Ну тогда давайте поставим мойку встроенную. Куда ее тут влепить? Хо-хо-хо-хо, и куда мойку ставить? А, вот сюда. Установим по-быстренькому это все. Так, это вставили, насадили, потом гаечки закрутили. Сверху, ой, не гаечки, как они называются, шестерёны. Короче, я думаю, вы поняли. Угу, так, теперь трубки вставили. Тут все вставили. Колено потом вставили. Тут все закрутили. Мы тут трубку не вставили. О, шестереночка все закрутили. То есть гаечкой. Тут трубки тоже вставили, чтобы вода уходила и поступала. Краник насадили. И выключатель, чтобы смотреть, горячая, холодная вода выключили. Тут все закрутили. Тут все закрутили. Все, мойку установили. Унитаз тоже сейчас поставим. Потом какой-нибудь покрасивший, вот такой вот мне нравится, белый унитаз. Тут все закрутили, тут все закрутили. Бачок насадили, крышку посадили. Тут. Все, теперь надо установить душ. Душ, но нам его все равно нужно установить. Мы от работы установки душа ни в коем случае не отказываемся. Все. И на этом, ребята, заканчиваем. Душ будем устанавливать в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.